можешь подать на развод, и все, и ты получишь развод. Маргарита пропала со связи. Не отвечала, я ей писал. Сейчас даже покажу переписочку, чтобы я вас не обманывал. Блин. Нет. Ну, короче, ладно. Судя в другом, что я ей написал, она пропала со связи. И все. И теперь мы сидели на лобном месте. Вот так вот. А мы встречаем Маргариту. Маргарита такая садится. Да, у меня чувство огромное. Мы жили, не тужили все эти 47 лет с Иваном. И вдруг в какой-то момент я просыпаюсь рядом. А там Полина. А там нет никого. Короче, вот эта ситуация была, не знаю, по-моему, был у тебя Тель-Тель или нет, был Захаров. Значит, а вы сейчас сказала, что ей задавали вопросы по поводу того, что... А даже вчера Мандезир к ней обратился, вот эта ситуация, где люди высказывали мнение. Ну, тоже ты спрашиваешь, типа, ну, может, ты подойдешь за Захаром, помиришься, вам делить нечем, типа, протянешь мизинец, скажешь, мирись, а родом, но мы с ней, говорят, дружить не сможем, мы с ней очень похожи. Да. Я про Захарова спрашиваю, типа, кто вбил последний гвоздь в крышку гроба? Я говорю, ну, от Яны это ожидаемо. Ну, то есть ей нравятся какие-то выпуски, там она не остается в долгу. Это говорит, что вы делите? Я говорю, ничего не делим, но дружить мы не сможем. Ну да, а посыл-то был такой, что якобы, как она объяснила, что ведущие осудили ее поступок, ну, и дали понять то, что зачем. То есть если, типа, Наде так тяжело, и даже если то, что вы не общались, просто скажем, женская солидарность, как обратиться вчера еще на зеркало. Так это мне так же говорит, типа, ты не хочешь, типа, там, из женской солидарности, зарыть топор войны, типа, начать общаться. Говорю, так я говорю, я не могу сказать, что мне прям неприятно или приятно, просто мы дружить не сможем. Просто, ну, я, ну, если говорю, я раньше относился к ней как к сестре. У меня есть работа, да? Вот даже когда она мне звонила, там что-то, она говорит, мне что-то надо. Я говорю, Рит, ты можешь, говорю, заработать, выполнить то, все. Она говорит, нет, я работать не хочу. Мне развестись? Да я согласен развестись. Я же ей не то, что не даю ей развод. Сможешь ради меня? Вот она идет, я тебе еще раз говорю, собирает все документы. Ради меня. Вот единственное, что я прошу, за все. Оля, я тебе сказал. Ради меня, пожалуйста. Вот соберет она все документы, вот вам пусть занимается. Ты свое будущее видишь? С тобой будущее? Да. Ну, это какой серьезный вопрос. Ну, за мной отношения строят. Видишь, на будущее? Ну, мы же строим пока, мы выясняем, притираемся. Нет, друг к другу. Принципе. Это тяжелый вопрос. Не проси на него. У меня ответ, пожалуйста. К этим словам придерутся. Нет, ну при чем придерутся? Понимаешь, я могу сказать, что да или нет. Ну, когда я пришла, ты сказал, что я вижу, что ты девушка будущего. Ну, конечно, я же с тобой живу, строю отношения. Сейчас, просто может же произойти что-то такое между нами. Ну, сейчас ты говоришь, сейчас я не понимаю. Ну, типа, сейчас я не знаю, не могу сказать. Нет, я могу сказать, я вижу с тобой будущее. Ну, что разведись с ним. Мне от мини Ян-то вчера было не горячо и холодно. Странно, да, что обычно, когда вы друг другу мнение высказываете, у вас есть друг на друга реакция какая-то, а вот как будто бы вчера у тебя не было, потому что раньше либо ты отвечала ей, то есть и у вас были споры, дискуссии. Ты знаешь, почему нет реакции? Потому что это очень ожидаемо. Ну, типа там, окей, кто-то сомневался, что Яна выскажется по-другому. Нет. Она якобы пришла, если не слышала, она как раз таки это, я от нее вот услышала, что... Сейчас скажу смысл. Я вообще потом, ну пока мне так не начался, даже не помню, что с ничего Яна вела. Говорю, мне просто приятнее было, потому что меня остальные поддержали. Я вспомнила, что Яна сказала такую фразу, что ты ее обвинял в том, что да вот ты здесь сидишь годами и у тебя нет отношений, да ты женщина, которой типа жалко, потому что у тебя нет женского счастья, типа по-женски тебе жалко, ну сочувствие, ну как вот ты говорила, я помню, ты еще такие фразы употребляла. Вот, а сейчас типа Яна сказала вот эти, что в чем между нами разница? То есть, якобы, ты находишься в такой же позиции, как и я, грубо говоря, как в ее глазах даже, и, возможно, где-то хуже. И нет, такого же... Потому что я готова строить отношения, и всегда про отношения...